Антон, во-первых, с победой. Во-вторых, каково это играть на родном стадионе? Спасибо. Я очень рад, что мы играем на нашем стадионе. По-моему, это первый матч сборной. И мы выиграли, это самое главное. Также мне очень приятно, что мне удалось сыграть на своем стадионе «Динамо». Тяжелый получился матч, вот именно с вратарской точки зрения? Да, матч получился непростой. Ну, я думаю, что у сборной не бывает простых матчей. И хотелось эмоционально всплеск получить. Хотелось, чтобы мы обязательно выиграли в своих стенах дома, что и получилось, очень рад. Было волнение или спокоен был? Волнение всегда присутствует. Когда не присутствует волнение, значит, жди беды, что-то будет не так, пойдет не по плану, какие-то ошибки и так далее. Поэтому волнение всегда присутствует. Расскажи о том моменте, когда один на один с тобой вышли в ближний бой. Ну, я видел, что мы потеряли мяч, и игрок вышел один на один. В принципе, моя задача была правильно занять позицию и следить за тем, как он, куда он будет уходить. Его также поджимали наши защитники уже, поэтому ему было непросто, нужно было принять быстрое решение. И в тот момент, когда он чуть-чуть отпустил мяч, то я решил, что нужно сократить. Хотя даже, по-моему, в моменте я, когда останавливался, чуть подвернул ногу, но это не помешало. И успел сократить просто и раскрыться как можно больше, для того, чтобы мяч попал в меня. И когда он попал в ногу, я это почувствовал, но я не понял, куда он отлетел. Вот. Ну, в принципе, весь момент.